Поступила просьба сделать разбор пьесы, которая у меня называется «Холодные письма», целиком, полностью, в хорошем качестве, с аранжировкой. Эту пьесу можно найти на главной странице моего канала в разделе «Видео». Так и называется «Холодные письма. Видео». Ой, в разделе «Клипы». В разделе «Клипы». Там хорошая съемка. Хорошее качество звучания студийное и аранжировка. Ну, вообще, это устаревшее название. Название дано по первым словам песни, которая сделана с певицей у меня на эту пьесу. Есть песня. Там просто есть такая фраза «Холодные письма», но я так и назвал. Хотя мне уже это название разонравилось. И сейчас я, когда буду делать уже в виде инструментала релиз официальной этой пьесы, будет название «Осенний листопад». Теперь я ее называю «Осенний листопад». Вот. И начнем. Значит, сегодня там у меня, в принципе, строение простое. Куплет, припев, центральный мост и в конце припев. Сегодня припевную основную часть разберем. Я не готовился, буду говорить сходу. Здесь нот много, пьеса сложная, поэтому, может быть, буду путаться, но надеюсь, все будет понятно. Ну и поехали. Значит, открытая первая струна. Первая на первой струне. Дальше легато до открытой первой струны. Нажали. Дальше первый лад на второй струне. Дальше глиссандо до третьего лада на второй струне. Дальше возвращаем на первый лад на второй струне и дергаем уже с басом. Бас, пятая открытая струна. Дальше опять бас. Прижимаем аккорд. То есть у нас первый лад на второй струне, второй лад на четвертой струне. Вот такой аккорд. Третья открытая струна. Вот с басом дернул и дальше по аккорду. Вот такое движение. Это не перебор, а как бы таким щипком. Бас. Вторая струна. Первым пальцем правой руки дергаю. И дальше две струны. То есть открытая третья струна и прижатая на первом ладу вторая струна. Дальше то же самое движение, но только смещаем чуть повыше. То есть уже опять дергаем бас и дальше уже дергаем не четвертую струну, а третью струну. А в конце дергаем две, то есть вторая струна прижатая на первом ладу и открытая первая. То есть сначала... Потом чуть-чуть смещаем. Вот друг, они идут друг за другом. И получается вот так. И такое промежуточное микродвижение как бы завершает фразу. Так, сейчас. Вот. Бас открытый и открытая третья струна. Бас пятая струна и открытая третья. И потом. Опять первый лад на второй струне. Глиссандо до третьего лада на второй струне. Опять возвращаемся на
первый лад прижатый на второй струне, и дальше, то есть вторым пальцем левой руки прижимаем третий лад шестой струны. И три открытых. Четвертая, третья, вторая. И вот таким быстрым переборчиком играем. И дальше идет перебор. Сделали. Потом опять оставляем в этой же позиции левую руку. Дергаем бас. Дальше третья открытая, вторая открытая, первая открытая. И обратно вторая открытая. Ну и плюс я всегда еще использую при переборах такой прием, мне очень нравится. У меня обычно звучит не просто по одной ноте, а я играю немножко вот с поднаклоном пальцы. И у меня одновременно еще дергается струна, которая рядом, которая выше находится. То есть, если я дергаю третью струну, у меня с ней еще струна рей дергается. И получается такое, как у фортепиано звучание. Не просто вот так, а вот. То есть, ми, си звучит. Но это надо приноровиться. Можно по одной дергать, можно так. Это как удобнее. Но вот этот нюанс присутствует. Сделали. Так. Давайте сначала оба этих первых момента. И в конце опять. Вот такое маленькое движение. Опять бас. И открыта третья струна, как бы завершающая фразу. Так, дальше. Дальше си, вторая открытая струна. Бас пока держим здесь. Несколько раз дергаем открытую вторую струну. Первый лад на второй струне. Легато обратно до открытой второй струны. После этого вот такой аккорд. Быстрым перебором. То есть первый лад на шестой струне. Второй лад на третьей струне. Первый лад на второй струне. И открытая четвертая струна. Открытая четвертая струна. Такой же переборчик здесь. То есть бас, третья струна. Аккорд оставляем. Бас, третья струна, вторая струна, первая струна, вторая струна, третья струна. И опять вот такое промежуточное движение тоже. Бас. И опять третья струна. Так, сейчас немножко запутался. Дальше два раза дергаем вторую струну, прижатую на первом ладу. Дальше легато до открытой первой струны. Дальше второй лад на третьей струне, на третьей струне. И вот такой аккордик. То есть второй лад на третьей струне оставляем, еще прижимаем второй лад на пятой струне и большим пальцем. Переборчик до второй струны и дальше. Дальше такое, тут интуитивно надо, такое интуитивное движение. И опять начинаем играть ту же фразу, которую мы играли в начале. Так, сыграю вот эту первую часть полностью.
так же, как в начале, только дальше в начале мы играли вот такое движение, а сейчас похоже, но только прижимаем не третий лад на шестой струне, а третий лад на пятой струне. И дергаем вместе с открытой третьей струной, второй струной, первой струной. Таким быстрым перебором. То есть еще раз. Еще раз дернули. Дернули. Перебор. Туда-обратно. Обратно мы возвращаемся до второй открытой струны. Бас. Третья, вторая, первая, вторая. И дернули еще раз. Опять вот это промежуточное движение, то есть бас прижатый, третий лад на пятой струне и открытая третья струна. Но всегда бас и третья струна, как бы завершающая фразу движения. Так, сейчас дальше. Вот это сделали, дальше. Несколько раз дергаем первую струну, открытую, дальше первый лад на первой струне и легато до открытой первой струны. И вот такой аккорд. То есть бас, первый лад на шестой струне, третий лад на третьей струне и первый лад на первой струне. Дергаем еще открытую вторую струну. Вот таким переборчиком. Быстрым, тоже быстрым. Дальше у нас идет перебор по этому же аккорду. Так, тут вот очень сложно, сложные ходы, и язык просто можно сломать, чтобы объяснить. Дернули аккорд. Перебор. Как только дошли до первой струны в переборе, тут же дергаем ее и легато до открытой. Так она у нас прижата на первом ладу. Вот мы дернули. Легато до открытой. И еще дергаем дальше на возвратном движении открытую вторую струну. Опять у нас, как всегда, вот это промежуточное движение в конце. Дальше два раза, ну то есть промежуточное движение бас и третья струна. Да, вот он. И дальше два раза дергаем вторую струну. Первый лад на второй струне, легато до второй струны. Опять вот этот аккорд, то есть второй лад на третьей струне, второй лад на пятой струне. Большим пальцем вот так делаем. Перебор. Бас, третья струна, вторая струна, первая струна, вторая струна, третья струна. И еще раз перебор, но только уже с участием четвертой открытой струны, по этому же аккорду. Пятая, четвертая, третья, вторая. И обратно до пятой. Так, немножко я здесь запутался. Сейчас. Пальцем аккорд сделали, перебор, и вот здесь еще такое движение щипковое идет, то есть как бы пятая струна и третья струна вместе. И после этого только перебор, уже с участием четвертой струны.
дальше переходим вот на такой аккорд. Вот. Большим пальцем. Открытая шестая струна, седьмая струна на пятом, ой, седьмой лад на пятой струне, шестой лад на четвертой струне и седьмой лад на третьей струне. И вот таким боем завершаем это движение, то есть как бы мизинцем прижимаем, это получается у нас восьмой лад на первой струне и дальше седьмой лад на первой струне. Но тут надо интуитивно поймать. И дальше аккорд ля минорный. Вот такой по квинте. Глиссандо на один лад. И вот так завершаем. Вот вместе, медленно. Так вот, пригоршню пальц берем, даже мизинец меня задействует. Надо... Ну вот побыстрее. Получился. Благодарю за внимание.